Здорово, с вами Эрикон. Привет. Короче, сегодня хочу вам рассказать слишком много информации обо мне, ебать. Да, если интересно, слушай, ебать. Будет интересно, ебать, думаю. Короче, первый вопрос. Что на тебе, блядь, одето? Трусы, ебать, один. Носки, ебать, два. Все нахуй. Я так снимаю, все равно же меня не видно, нахуй мне одеваться. Короче, второй вопрос, ебать. Какая твоя любимая звездная пара? Мой хуй и твоя мамка. Ха! Шуткую, блядь, шуткую. Не обижайтесь, простите. Я вас люблю, вы самые охуенные, кто меня смотрит. Моя звездная пара, это Лысый из Бразерс и какая-то еще четко, там любая четко подходит. Это звездная пара, заебись. Мона еще, ну вы поняли. Третий вопрос, ебать. Куда собираешься, точнее, какие планы на лето? У меня на лето планы проебать его со всей силы, ебать. Заебись, думаю, всех такие планы. Да. Четвертое. Куда хочешь полететь? Хочу полететь нахуй. Куда я хочу, ебать, что за белая хуйня у меня на пальце? Пиздец, блядь, заразился какой-то хуйней. Похуй. Так, я снимаю видео. Блядь, куда я хотел бы полететь? Не знаю, блядь, куда я хотел бы. Видосы хотел бы дохуя снимать, чтобы меня смотрели и набрать как минимум 1000 подписчиков на ютубе. На ютубе, блядь. Или 10 тысяч, или 100 тысяч серебряную кнопку, блядь. Я вам пиздец. Вы супер будете, если я так наберу, блядь. Я думаю, это уже дохуя информация обо мне. Все, заебали, бля. Подписочка, лайк, вы самые охуенные, или ты самый охуенный. Спасибо, ебать, за просмотр. Пока.